Плохие новости пришли из Усть-Кары. Накануне в поселке произошел пожар. Он унес жизнь одного человека. Возгорание обнаружили соседи погибшего. Подробнее по телефону из Усть-Кары глава муниципального образования Евгения Амеличкина. Возгорание произошло в районе 3 часов утра. Муниципальный жилой дом на 2 квартиры. Дом старый, может быть, годов 60-х постройки. Проживало 4 человека. Пострадал один человек, мужчина 50 лет. Удушье, погиб при пожаре. Пожар начался с квартиры. Вот кто погиб, выгорела его квартира. А так как бы потушили вовремя. Пламя не вышло, кровля не пострадала, как бы ничего, только его квартира.